Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим про танчик Т-26Е5. Когда-то давно я делал стримчик по этому танку и назвал его лучший прем-танк. Я сделал это не особо раздумывая, лучший он или не лучший, но он как минимум неплохой был и тогда, и сейчас. Но а лучший он или нет, для кого-то каждый прем-танк может быть лучшим. Также и каждый прем-танк может быть и худшим. Все это для каждого субъективно, как он считает. Давайте разбираться с Т-26Е5. По сути, этот танк мог бы быть лучшим и самым комфортным для меня, если бы ему хватало стабилизации. У него маленькая альфа, у него хорошее пробитие, быстро летит снаряд. Но стабилизации не хватает. Сведения, в принципе, и точность очень хорошие. Но ввиду с тем, что он более-менее подвижный, как для тяжелого танка, и с его быстрой скорострельностью, такая стабилизация не очень чувствуется. Ну и в принципе она не очень. Поскольку ты не успеваешь сводиться с его быстрым геймплеем. Когда ты полностью свелся, да, ты чувствуешь, что танк точный. И благодаря тому, что он очень скорострельный, карать врагов получается очень хорошо. Урон настреливается очень быстро. Давайте посмотрим это со стороны целевой аудитории World of Tanks. Играть от ДПМа сложнее, чем от альфы. Таким образом получается, что этот танк не подходит для большинства, поскольку здесь нужно именно ездить за уроном и убивать врагов. Очень часто дуэлиться с врагами, перестреливаться и использовать свою подвижность. Часто стрелять приходится не абы куда-нибудь, просто в силуэт. Это вам не с фугасницы стрелять, а придется иногда повыцеливать каточки, чтобы держать врага на катке, и с его скорострельностью получится даже забирать врагов целиком, если они неаккуратно вылазят. А в нашей игре много кто вылазит неаккуратно. Также у нас имеются отличные американские УВНы, крепчайшая башня, пробитие выше среднего, чем по уровню, по нашему восьмому. Ну и вот выходит, что танк почти хороший, почти идеальный. Еще немножко бы обзора ему, стабилизации и скорость, как у СТшки, это был бы самый лучший танк восьмого уровня. Но в этом случае всем остальным было бы как-то обидно. Че это он ездит на самом имбовом танке, а я на какой-то фигне. Поэтому у него немного не хватает стабилизации, у него маленькая альфа, что для целевой аудитории не очень. И обзора, ну, немножко не хватает. Поэтому этот танк мне очень сильно нравится, но иногда я перестаю на нем играть. На каком-либо танке можно перестать играть, если ты на нем просто переиграл и ты уже сильно много на нем сыграл, хоть он даже и классный, просто что-то поднадоел. Либо если танчик иногда начинает бесить. Ну или просто танк изначально плохой, ты на нем вообще не играешь. Но Т-26Е5 иногда начинает бесить. Когда все его параметры, которые чуточку тебе кажутся недотянутыми для максимальной имбовости, складываются в один большой комок, и в одном бою они просто перекрывают все остальное. Но это просто стечение обстоятельств и, ну, за счет того, что маленькая альфа, чуть-чуть стабилизация корявенькая, и тебе нужно самому все за всем ездить и все бахать, немножко бывают бои, которые выпадают из общего нагиба и что-то как-то так. Ну, могу с уверенностью сказать, что примерно 4 из 5 боев я езжу налегке, набиваю много урона, мне все нравится, все комфортно. И где-то там пятый бой, он просто выпадает в осадок и все, и исчезает в аду. Это примерно как на револьвере играешь.
4 боев ты бесплатно, удобно настреливаешь, все классно, и пятый бой просто ничего не пробивается. Вот точно так же и с этим танком. Вроде все классно, но один бой куда-то вываливается, и ты такой, где же этот бой потерялся, непонятно. Вот на этот танчик поставить бы какую-нибудь пушку от прожектора, это был бы вообще шок. Вот той стабилизации, которая есть у некоторых СТ-шек, не хватает этому танку. Вот он наполовину средний, наполовину тяжелый. Еще бы несколько параметров от СТ-шки накидать на Т26Е5, это был бы, наверное, самый мой любимый прем-танк. А так он просто мне очень нравится и он классный. Ни больше, ни меньше. С вами был Варчик, играйте красиво. Пока.